Все, все, закрывайся там, давай. Хватит следующего. Ты сейчас его, чтобы он это не трогал. Спроси его, где Саня был, где Саня был. Спроси, где Саня был. Где Саня был. Эти сумбурные кадры сняли на телефон участники поисково-спасательной операции, которая развернулась в субботу рядом с поселком Приисковый. После схода лавины под снежными завалами оказались 4 человека. Команда опытных туристов в тот день решила покататься на снегоходах в дикой местности. Все произошло в районе горы, которую местные называют ДПС. Сошел склон, линия отрыва достаточно внушающая, причем сошел тихо склон, вот никакого ни щелчка не было, ну никаких не было. Обычных вещей завалило несколько человек, там команда была 5 или 6 человек, завалило 4, одного там, ну так, не сильно, он сам смог выкопаться, спасти еще одного человека живого, ну 2 человека выкопали уже многим позже, одного там через 20 минут, другого через там, больше, чем через час. В спасательной операции участвовали порядка 30 человек. Это туристы, которые катались в том районе. Мужчинам, поиски которых продолжались дольше всего, выжить не удалось. Им было 35 лет и 42 года. Один приехал из Ноябрьска, это Ямал. Второй погибший кемеровчанин, хотя сначала сообщалось, что он из Красноярска. Опытные туристы говорят, лавиноопасная ситуация сложилась из-за погоды. В конце прошлого года там практически не было осадков. Снег слежался и стал скользким, а на него выпал новый, который шел все 2 недели января. Лавина такая штука опасная в том смысле, что это не просто снежок, который тебя привалил, а это масса снега, которая идет, а потом моментально бетонируется. Поездку по заснеженным склонам туристы отправились, не уведомляя МЧС. Спасатели говорят, если бы команда снегоходчиков посоветовалась с ними, трагедию удалось бы избежать. Их бы обязательно предупредили о риске. Сейчас лавиноопасная ситуация в Приисковом сохраняется. Нужно быть максимально осторожными и посетителям природного парка Ергаки. Ну, опасные, как всегда, у нас Ергаки опасные, там очень много лавинных склонов, козырьков много. Любой склон крутизной от 20 до 50 градусов лавина опасен. Даже если там кажется незначительная масса снега, но она уходит в ущелье куда-то, она становится очень опасной. Сейчас по факту происшествия Следственный комитет Республики Хакасия проводит проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Евгения Шелковникова, Александр Ермошенко. Новости.